На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представила новый кроссовер Venue. С английского это название можно перевести как «место встречи». Намекает, что молодежь отправится на машине в путешествие и на активный отдых. Hyundai пока утаивает происхождение шасси. По некоторым данным, Venue построен с использованием деталей от хэтчбека i20. В Индии модель впишется в налоговыгодную длину до 4 метров. Американская версия на 3 сантиметра крупнее. Но все равно это самый маленький кроссовер марки. Колесная база 2,52. Для сравнения, российская Hyundai Creta на целых 27 сантиметров длиннее и на 6,5 выше, а по колесной базе превосходит Venue на 7 сантиметров. Зато внутри внушительный багажник на 530 литров. Американский Venue получил атмосферный мотор 1,6, не названной пока мощности. На новейшей Sonata двигатель развивает 115 или 136 лошадиных сил. Трансмиссия – только передний привод с шестиступенчатой механикой или вариатором. Список возможного оснащения заманчив. Доступен и мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, и системы автоторможения, слежения за разметкой и мертвыми зонами. В Америку машины начнут импортировать летом с завода в корейском Ульсане. Перспективы появления Venue на российском рынке пока туманны. Вслед за Hyundai компактным классом неожиданно заинтересовалась дочерняя марка Genesis, выставив в Нью-Йорке концепт-кар Mint. Проект, разумеется, бесконечно далек от серийного воплощения, поэтому эта история про дизайн. В двухместном салоне мебельный интерьер, штурвал с дисплеем и встроенный в подлокотник с электротрансмиссией. А в багажник ведут две продольные створки в бортах. О технике сказать нечего. Для проформы создатели отчитались. Это электромобиль с запасом хода в 200 миль, то есть 322 километра.